Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам рассказывать буду о новинке от компании Moon. Модель называется у нас Moon Style. Комплектация 2 в 1. И вы знаете, как бы Moon, они все друг на друга очень похожи, но у каждой есть какая-то своя фишка. Но вот именно в Style версии фишек, ну, реально чуть-чуть побольше, чем у остальных, мне кажется. И они достаточно необычные. Ну, в обзоре вы все это увидите, поймете, о чем я говорю. Давайте сейчас я вам озвучу немножечко технические характеристики. Основные. Так, причем производитель, кстати, дает 3 года гарантии на свои колясочки. Это неплохо. Так, вес с люлькой у нас 12 килограмм. Вес с сиденьем 12,3. Имейте в виду, она получается достаточно легкой. Прогулочный блок у нас регулируется от 110 до 165 градусов. В принципе, нормально. С рождения до 4 лет можно использовать. И 56 сантиметров колесная база у коляски. Это хорошо, потому что вы в любой лифт везде, у вас не будет ограничений, короче, по ширине базы. И что самое интересное, на мой взгляд, 22 килограмма выдерживает эта колясочка. Имеется в виду ребенка в 22 килограмма. Поэтому запас прочности у вас есть. Соответственно, начнем изучать с люлечки. Люлечка, вот она у нас, видите, такая симпатичная, нарядная. Еще цвет сейчас такой серый, он модный и в автомобильном мире, и в колясках. Вот именно такой оттенок серого. Один из 50. Он достаточно популярный сейчас. Козырек у нас здесь, видите, прилично большой. Это я уже дополнительную секцию раскрыл. Она убирается и закрывается. Вот, есть секция с москитной сеточкой. Можно проветривать все это дело. Причем, когда мы опускаем, она очень плотно сидит, не поддувает туда, ничего такого даже близко нет. Регулировочка козырька у нас бесшовная, точнее говоря, не бесшовная, а бесшумная. Вот, и не нужно никаких кнопочек дополнительно нажимать. Вот так сделали, все, она сработала. Соответственно, что из себя представляет люлечка? Сама точные характеристики в размерах, я имею в виду, вы увидите по ссылке в описании на магазин «Первая коляска». Это все есть. И, соответственно, там с этим можете ознакомиться. А я вам сейчас покажу внутреннюю начинку полностью. Вот такая вот накидочка у нас идет в комплекте. Очень плотная такая. Кстати, все ткани с пропиткой ткани. Особо быстро они не промокнут. Достаточно долго держат влагу. Вот. Накидочка у нас на замочке. И это означает, что у нас не будет с вами ниоткуда поддувать ребенку. Полностью герметично закрывается, и все окей. Так, давайте я накидочку покажу вам, не накидку, а люльку ближе внутри, с матрасиком заодно посмотрим. Вот, собственно, как у нас выглядит люлька. Все так красивенько, мягенько, все здорово, она глубокая. У нас основание здесь, насколько я помню, пластиковое. Да, пластиковое основание, не дерево. Но, в принципе, это не важно, потому что нужно ровное, жесткое дно. И огромный плюс компании Moon. Они сейчас комплектуют свои коляски вот такими очень-очень крутыми матрасиками. Он очень классный на ощупь. Сейчас запечатан, я уже распаковывал, смотрел. Это, наверное, один из лучших матрасиков, что я когда-либо видел. Он реально продуманный, очень комфортный, мягкий. И не знаю, как по мне, это, наверное, в более дорогих колясках надо такие вещи класть. Но видите, здесь вы за эти деньги получаете такую крутую штуку. Собственно, вот такая люлечка. Собственно, посмотрели люлечку. Вот такая люлька, на мой взгляд. Вообще без вопросов. Я не знаю, к чему придраться. Мне в ней все понравилось. Соответственно, вы видели, да? Можно нажать кнопочки и поднять люльку за бампер. Соответственно, я к тому говорю, что не нужно с двух сторон держать. Просто нажали, оно там зафиксировалось в этот момент и подняли. Удобно. Так, сейчас смотрим на прогулочный блок. Вот он, наш прогулочный блок. Он у Moon колясок практически везде одинаковый. Естественно, и против хода, и по ходу можно ставить, не забываем. Так, соответственно, вот что он из себя представляет. Сейчас посмотрим, здесь дополнительный козырек есть или нет. По-моему, да, нету. Но здесь можно сделать вот таким образом. Раскрываем.
и козырек у нас получается достаточно большой. Многим людям не нравится то, что вот эта москитная сеточка, смотровое окошко, оно не закрывается дополнительно никаким вот, никакой накидочкой. Но зато можно закрыть полностью. Тут, как бы, знаете, с этим можно прекрасно жить. Дождь идет, нужно дождевиком пользоваться, а не рассчитывать на козырек. Как по мне, я лично всегда с супругой, мы дождевиком пользуемся. Еще что хорошо, когда мы сидим, здесь, конечно, не 90 градусов, но 110, насколько я помню, и она не завалена назад. Это для многих очень важный момент. Поэтому здесь все окей, спинка очень высокая, ровная, там никаких гамачков, все с жесткой спинкой. Я имею в виду жесткое основание, а так она, в принципе, достаточно мягкая. Ну, конечно, не самая мягкая, но нормально. Так, сиденье, подножка регулируемая, пятиточные ремни, мягкие накладки везде есть. Перемычка. Для многих это прям капец как важно. Перемычка. Это прям очень-очень. Соответственно, бампер ВК-кожи тоже. Сейчас, секундочку, как он откидывался, да. Если перемычку отстегнуть, его можно как калиточка откидывать для удобной посадки ребенка. И перемычку обратно спокойно застегиваем. Давайте я сейчас разложу ее горизонтально. Вот, те 165 градусов, о которых я вам говорил, сейчас вот вы их видите. Вот так раздвигаем. В принципе, нормально. Так, давайте теперь попробуем сложить это все дело с прогулочным блоком по ходу движения. Возможно ли это? Вот так. Нет, не получится. Потому что не даст. Тогда против хода движения получается. Можно складывать. Вот так это все опускается. А, хотя подождите. Могу и ошибаться. Я специально это перед обзором не проверял, чтобы увидеть вместе с вами, как это делается. В общем, опустили. Дальше опускаем. О, вот оно как. Соответственно, прекрасно. На мой взгляд, очень круто. Соответственно, колеса, если передние заблокировать, можно будет катить. Не знаю, вообще круто получилось. Так, соответственно, давайте раскладываем. Чтобы разложить, фиксатор здесь в необычном месте. Вот здесь вот его нажимаем, и она раскрывается. Соответственно, давайте сейчас попробуем с вами это же сделать против хода. Может быть, получится. Я думаю, должно. Пробуем. Да, не вариант. Соответственно, делаем выводы. Можно складывать ее только по ходу движения. Так, давайте теперь с вами немножечко изучим раму. Рама у нас, естественно, металлическая. К Умуна вообще у меня никогда претензий к раме не было, потому что сборка у них эталонная вообще. Подгонка деталей, все очень хорошо. Соответственно, давайте теперь поближе изучим раму. Колеса у нас здесь резиновые, они не надувные. Спереди колеса тоже такие же, с возможностью блокировки колеса. Вот у нас подножечка для ребенка. Здесь интересная фишка. Есть смотровое окошко в багажник. Можно посмотреть, что там лежит. Багажник у нас здесь с возможностью закрыть его полностью. Если не закрыт, он не болтается, а вот на липучке аккуратно закреплен. Соответственно, вот пространство. Здесь дно у нас жесткое, поэтому ничего особо не провисает. В этом плане все хорошо. И тормоз. Тормоз нажали. И снизу все-таки нужно подковырнуть. Все. Соответственно, вот что из себя представляет у нас рама. Ручка у нас вся ВК-кожа. Все хорошо. Регулируется телескопическим образом. Поэтому любой под себя может подобрать нужную высоту. Собственно, по раме все. Соответственно, посмотрели на колясочку. Как по мне, коляска получилась достаточно удачной. Вместе с вами разобрались, можно ли ее складывать вместе с блоком. Поняли, что по ходу спокойно это можно делать. Вот. И по качеству, повторюсь, у Муна все хорошо. Подгонка деталей, все классно. Амортизация есть, кстати. Об этом я вам не сказал. Она здесь на всех четырех колесах есть. Вот.
интересный, нормальный, достаточно блок спальный, имеем в виду люльку, полноценная нормальная прогулка. Ну, в общем, Мун опять не подвел очередной раз, поэтому, если что-то подобное ищете, обязательно изучите ее, посмотрите, что к чему. Я думаю, она вам понравится. И цена, кстати, у нее абсолютно адекватная. Ну, понятно, учитывая наш неадекватный курс доллара, сейчас она стоит 59 тысяч с копеечкой. Ну, естественно, по ссылке в описании на тот момент, когда будете смотреть обзор, будет актуальная цена. Имейте в виду. Собственно, это все. Если вам обзор был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И первой коляске большое спасибо за предоставленный Мун на обзор. А вам всего доброго. До свидания.